И богатырь не помог. Жители Батырева в шоке и в недоумении. Кто-то в Арморске разворотил стелу на въезде в село. Фонари архитектурного освещения выдраны из земли, что называется, с корнем. Лампы разбиты, то есть действовали потехи ради. Ничего красть явно не собирались. Следы там, ну, то, что это все побито, это не сейчас прям произошло. Видно, что там осколки уже напачкали, не свежие изломы вот эти все, да. Ну, плюс меня в 2 недели не было вот в России. И вот я увидела, я поняла, что это намеренно прям сделано было кем-то, какими-то лицами. На место вызвали наряд полиции, правоохранители осмотрели изуродованный обелиск «Звезда Победы». Металлические символы изрезаны каким-то острым предметом, словно бумажные. Ну, тут, видимо, чем-то прям ударяли. Сейчас ищут вандалов, и может грозить 243-я статья Уголовного кодекса за осквернение стел и обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Санкция до 5 лет лишения свободы.